Всем привет! Вы смотрите рубрику для тех, кто знает, что сила в знаниях, а знания в книгах. Сегодня поговорим об английском писателе и поэте Оскаре Уайльде и его романе «Портрет Дориана Грея». Оскар Уайльд – ключевая фигура европейского модернизма. Из-под его пера вышло несколько эссе, множество стихотворений и только один роман под названием «Портрет Дориана Грея». Именно он принес писателю мировую известность. Роман экранизировался во многих странах мира около 30 раз, поэтому если вы уже успели прочитать произведение, то рекомендуем вам фильмы и сериалы к просмотру. О чем идет речь в романе? Сюжет достаточно простой, речь идет о художнике, который рисует портрет молодого Дориана Грея. Затем Дориан Грей просит о том, чтобы вместо него старело его изображение, а сам он оставался молодым и красивым. Именно с этого начинаются все неприятности. Роман своего рода притча, поэтому рекомендуется к прочтению подросткам, юношам и девушкам. Что мы советуем вам прочесть? Сегодня хотел вам представить такого интересного представителя американской фантастики 60-70-х годов. Это Роберт Шекли. Чем интересен этот автор? Его называют «Притечи» и «Пратчетт». Это, в принципе, такая юморная фантастика, юмористическая проза. Легкая, читается хорошо. И, в общем-то, возраст подходит, ну, лет 15, уже можно спокойно ее читать. Все понятно, интересно. Этот автор пишет о взаимоотношениях людей, инопланетян, как будто он там живет. То есть, в принципе, в такой форме, как будто, ну, человек рассказывает какие-то анекдоты и случаи, курьезные истории своей жизни. В общем-то, чем интересно, что он не грузит какими-то понятиями, философскими размышлениями. Ну, конечно, есть философские вещи в этих, но они, в принципе, проходят такой призму через иронию и юмор. То есть отношения, что такое человек, кто такие инопланетяне, в общем, могут они сосуществовать вместе, не могут. И вообще взаимоотношения людей с этими созданиями, скажем так, в прошлом, в будущем, в настоящем. То есть человек прописан очень хорошо, мир Шекли прописан шикарно. Кстати, по его произведениям, в общем-то, ну, если абстрагироваться, «Бегущий человек» по сам Шварценеггеру, в принципе, взят не из Кинга, который роман считается оттуда, взят сюжет с, я не помню по памяти, одно из произведений Шекли. Как раз таки там это погоня за человеком за деньги. То есть либо получая, когда убивает людей, получает деньги семья, либо когда нет, получается наоборот. То есть, в принципе, система погони, это как образ говорит сериал «Лост», «Выживший», получается, охота на людей, сдал именно Шекли. А бестселлером этой недели стала книга Артура Хейли «Аэропорт». У меня на этом все. Не забывай читать книги. Карина Габеркорн, Анвар Абдукаимов, Ультралайф, НТС.